45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принял жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В этом празднике отражается все. Это величие нашего народа. Это мужество и героизм поколения победителей. Это горе потерь и радость встреч. Это счастье и надежда на мирную жизнь. И сколько ни минуло бы лет, для нас, для россиян, не будет более светлого и святого праздника, чем День Победы. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наша главная задача – сохранить и сберечь правду о Великой Отечественной войне, память о павших героях, сделать все, чтобы наши ветераны чувствовали уважение и добро. И наш гражданский долг – быть достойным преемником этого поколения победителей, оправдать ваши надежды, уважаемые ветераны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, счастья, мира и добра. С праздником вас и низкий вам поклон! Роща над горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят